На оснащении сухопутных сил Финляндии находятся десантные катера и лодки фирмы «Лохи», которые предназначены для переправы подразделений первого эшелона войск через водные преграды. Корпуса десантно-переправочных средств выполнены из пластмассы. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено вспененным полиуретаном, что обеспечивает непотопляемость катера или лодки. Лодка модели «Лохи-55» рассчитана на переправу 9 человек с полной экипировкой и оружием. Вес лодки 300 килограммов, грузоподъемность 1,5 тонны, скорость хода до 37 километров в час. Длина лодки 5,5 метров, ширина 2,2 метра, высота борта 70 сантиметров. Лодка имеет высокую маневренность и малую осадку. Движение десантной лодки модели «Лохи-55» обеспечивается с помощью навесного мотора мощностью 36 лошадиных сил. Десантная лодка модели «Лохи-101» предназначена для переправы личного состава или тяжелого группового оружия. Вес лодки 2,5 тонны, грузоподъемность 9 тонн, скорость хода до 54 км в час. Носовая часть лодки катамаранного типа. В кормовой части размещено моторное отделение. Силовая установка состоит из двух двигателей мощностью 90 лошадиных сил каждый с откидывающимися колонками. Длина лодки 10,1 метра, ширина 2,85 метра, высота борта 1,1 метра. Для приема и высадки десанта в носовой части лодки имеется откидная аппарель. Вместимость десантной лодки модели «Лохи-101» 31 человек с полной экипировкой и оружием. Для огневой поддержки десанта на лодках этого типа могут устанавливаться минометы. Для доставки тяжелых грузов войскам в армии Финляндии применяются катера модели «Лохи-130». Вес катера 4 тонны, грузоподъемность 16 тонн, скорость хода до 60 км в час. На катере установлены два двигателя мощностью по 120 лошадиных сил каждый. Длина катера 13 метров, ширина 3,4 метра, высота борта 1,2 метра.
Катера модели Лохи-130 оборудованы для перевозки стандартных контейнеров грузоподъемностью 8, 12 и 16 тонн. Для проведения погрузо-разгрузочных работ в носовой части катера есть откидная аппарель. На дне корпуса установлены рельсы с выдвижным звеном, обеспечивающие погрузку и выгрузку контейнеров без помощи грузоподъемных механизмов. Для вспомогательных работ на катере может устанавливаться подъемный кран с гидроприводом. В состав навигационного оборудования десантного катера модели Лохи-130 входят компас, лак и эхолот.